Всем привет! Смотрите, как восстановить данные с RAID-массива с помощью программы Hetman Trade Recovery. Мы восстановим RAID 0 Stripe, созданный контроллером Adaptec ASR6805T, и получим данные с поврежденного RAID-массива. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Хотя RAID-массив и повышает надежность хранения данных, но все же не является панацеей от потери информации. Практика показывает, что в случае сбоя в работе контроллера или жестких дисков, полностью полагаясь на надежность массивов и не позаботившись о своевременном создании резервной копии, есть риск однажды потерять данные, которые так надежно хранятся на RAID. Вероятность потери данных можно уменьшить, регулярно отслеживая состояние массива и выполняя профилактические работы, но полностью свести к нулю таким образом ее нельзя, всегда есть риск утери информации. Но хорошо, что в наше время есть программное обеспечение, которое может помочь вернуть утерянные данные. Hetman Trade Recovery позволяет восстанавливать данные с нерабочих RAID-массивов или дисков, которые входили в него. Утилита вычитает из системы всю информацию о контроллере, материнской плате или программном обеспечении, на котором был создан массив дисков. Обладает возможностью воссоздать разрушенный RAID и позволяет скопировать из него критически важную информацию. Для начала давайте разберем причины, из-за которых RAID может выйти из строя. Наиболее распространенной причиной выхода из строя дисковых массивов является халатность системных администраторов. Несвоевременная замена вышедшего из строя диска может повлечь за собой потерю важной информации в дальнейшем. Жесткие HDD и SSD диски имеют ограниченный ресурс работы. Для большинства RAID массивов выходы из строя одного или двух дисков приводит к утере всей информации со всех дисков систем. При выходе из строя одного из дисков лучше всего немедленно произвести резервное копирование особо важных данных и потом, заменив один из накопителей, произвести ребилд массива. Очень важно делать бэкап перед началом ребилда, потому как во время замены дисков может возникнуть ошибка, процесс восстановления зависает и ничего не остается, как перезагрузить систему. Случайное пересоздание массива вместо восстановления, подключение к дискам в неправильном порядке, некорректная инициализация – все это приведет к потере информации. Еще есть множество причин повреждения RAID. Поломка контроллера, материнской платы, крах операционной системы, вирусная атака, апгрейд системы или оборудования и такое прочее. Все это влечет за собой потерю информации и необходимость ее восстановления. Перед началом каких-либо действий вы должны знать, что не стоит делать, чтобы окончательно не потерять данные. Не пересоздавайте массив из старых дисков в надежде на то, что он запустится и будет работать. В процессе могут быть затерты все данные, которые не удастся восстановить. Не выполняйте инициализацию, чек-диск и подобные действия. И помните, что при потере информации следует отказаться от любой записи на диск. В результате все ваши данные могут быть перезаписаны новой информацией. Прежде чем выполнять какие-то действия с вышедшим из строя RAID, лучше проконсультироваться со специалистом. На сегодняшний день существует около 15 типов RAID, а может и больше, если учитывать устаревшие виды. Изо всех конфигураций наиболее распространенными являются RAID 0, 1, 10, 5 и 6. Hetman RAID Recovery поддерживает массивы дисков, созданные как с помощью операционных систем или материнских плат, так и с помощью контроллеров и внешних хранилищ различных производителей. Все типы RAID, поддерживаемые программой, вы сейчас можете видеть на экране. Восстановление данных RAID отличается от стандартных процессов восстановления информации, поскольку архитектура хранения RAID
использует уникальный и сложный метод хранения и извлечения данных. С помощью программы этот процесс будет доступен даже неопытному пользователю, так как утилита обладает функцией автоматического определения конфигурации поврежденного RAID массива. Собирая всевозможную информацию системы и подключенных дисков, утилита отображает пользователю автоматически собранные массивы сразу при запуске программы. В большинстве случаев программа воссоздает RAID прямо на лету и предлагает проанализировать найденные на нем разделы для сохранения данных. Для восстановления данных с дисков RAID очень полезно выбрать профессиональное программное обеспечение для восстановления. Мастер восстановления данных Hetman RAID Recovery поможет вам восстановить данные с любого жесткого диска RAID, если ваша система может их распознать. В нашем случае был создан массив RAID 0 Stripe, собранный контроллером Adaptec ASR6805T, который состоит из двух жестких дисков. На нем имеются некоторые данные, несколько папок с фото и видеофайлами. Сымитируем случай выхода из строя контроллера. Подключаем диски напрямую к компьютеру с операционной системой Windows 10. Система видит эти диски как RAW. При попытке открыть диск всплывает уведомление «Расположение недоступно», и чтобы получить к ним доступ, придется их отформатировать. Но отформатировав диск, вы потеряете всю информацию. В таком случае воспользуемся утилитой для восстановления данных с RAID. Скачайте, установите и запустите программу Hetman RAID Recovery. Откройте вкладку «Менеджер дисков». Здесь есть пункт «Массивы RAID». Выберите ваш RAID из списка, кликните по нему правой кнопкой мыши и нажмите «Открыть». Для начала попробуйте выполнить быстрое сканирование. Если структура не повреждена, этого будет достаточно. Если в результате быстрого сканирования программа не нашла данные, выполните полный анализ. По завершению процесса программа отобразит результаты в правой части окна. Программа нашла все файлы, которые остались на дисках, и те, которые были удалены. Остается лишь сохранить их на другом диске. Если программа автоматически не определила ваш RAID, воспользуйтесь RAID-конструктором. Здесь доступно несколько режимов, которые помогут быстрее определить тип массива. Если программа автоматически определила тип вашего RAID, выберите его из этого списка и нажмите «Далее». Проверьте правильность определенных параметров массива. И если все верно, нажмите «Добавить». Если в этом списке нет вашего массива, соберите его с помощью одного из трех доступных здесь режимов. Первый – автоматический. Здесь программа попросит указать количество дисков, из которых состоял ваш RAID. Чуть ниже выберите эти диски, установив соответствующую отметку, и нажмите «Далее». Программа начнет автоматический поиск всех возможных конфигураций. Вам лишь нужно выбрать нужную из данного списка и нажать «Добавить». После чего RAID массив появится в списке менеджера дисков. Теперь осталось его проанализировать и восстановить утерянные данные. Следующий способ – добавить RAID массив, выполнив поиск по производителю. В программе заложены комбинации возможных массивов от популярных производителей контроллеров, а также программных или комбинированных RAID систем. Здесь нужно указать производителя контроллера, на котором был создан RAID массив, и типы массива. Если вы знаете размер блока, размеченного жесткого диска, укажите его, установив соответствующую отметку. Это позволит ускорить процесс поиска. Указав всю известную информацию о массиве, нажмите «Далее». Укажите количество дисков, из которых состоял ваш RAID, и ниже отметьте эти диски, а затем нажмите «Далее». Программа
начнет поиск возможных конфигураций и отобразит их в следующем окне. Выберите подходящую конфигурацию и нажмите «Добавить». RAID массив появится в списке дисков. В ручном режиме построения RAID вы можете создать массив с любой конфигурацией. Этот способ подойдет для продвинутых пользователей. Здесь потребуется более детальная информация о RAID массиве. При записи данных на RAID массивы информация разбивается на блоки и записывается на разные диски, из которых состоит массив. Поэтому в ручном режиме программа попросит вас указать количество дисков, из которых состоял ваш RAID, размер блока и другую важную информацию. Укажите тип массива, размер блока, добавьте диски, из которых состоял RAID, и укажите их порядок. Для изменения порядка дисков отметьте нужный и переместите его вверх или вниз, используя стрелки. Если вам неизвестна данная информация, лучше воспользоваться одним из предыдущих способов добавления массива. Но если вы обладаете всей информацией о массиве, это значительно ускорит процесс поиска и восстановления данных. Еще здесь есть возможность указать смещение и размер диска. Указав все известные параметры, нажмите «Добавить». Затем запускаем сканирование диска. И по завершению анализа переходим в каталог, где хранилась утерянная информация. В Hetman RAID Recovery доступен режим предварительного просмотра данных, позволяющий ознакомиться с содержимым файлов без записи информации на поврежденный массив. Отмечаем файлы, которые нужно вернуть, и жмем «Восстановить». Указываем место, куда сохранить данные, и жмем «Восстановить». По завершению процесса утерянные данные будут лежать в указанной папке. Помимо массивов, созданных с помощью контроллеров, материнских плат и внешних хранилищ, программа способна восстановить данные с RAID массивов, созданных средствами операционных систем Windows, Mac, Linux и Unix. Как видите, программа довольно простая и интуитивно понятная. Если у вас есть базовые понятия о своем RAID, вы без труда сможете восстановить данные с этих дисков. Не имеет значения, сколько целых дисков осталось из вашего RAID и насколько они перезаписаны. Программа полностью анализирует оставшиеся диски и попытается собрать из них массив. В процессе построения и поиска информации недостающие данные заменяются нулями, и программа пытается достать из дисков оставшуюся часть информации и вернуть пользователю. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.